этом выпуске. Дубай может стать первым городом с летающим такси. Индуисты отмечают один из самых важных для них праздников. В Японии открывается музей 88-летней королевы авангарда Яйои Кусамы. Необычный шеф-повар из Китая стал звездой глобальной паутины. Телеканал «Большая Азия» вступил в Международный союз СМИ «Великого шелкового пути». В Дубае планируют перевозить пассажиров на беспилотных летательных аппаратах. Летающее такси напоминает двухместную вертолетную кабину, увенчанную обручем с 8 пропеллерами. На тестовых испытаниях устройство поднялось на высоту 200 метров и находилось в воздухе около 5 минут, правда, пока без пассажиров. Создатели предусмотрели и нештатные ситуации. В комплекте есть дополнительные аккумуляторы и 2 парашюта. По словам разработчиков, заказать мультикоптер можно будет с помощью мобильного приложения. Уже сейчас летательный аппарат способен передвигаться по данным GPS. Запустить сервис летающих такси рассчитывают в ближайшие 5 лет. В Индии отмечают один из самых важных для индуистов праздников – Наваратри. Он длится 9 дней. Первые 3 из них посвящены богине Дурге и призваны очистить сердце от жадности, ненависти, гнева, ревности и гордыни. Следующие 3 дня почитают богиню Лакшми, которая символизирует зарождение и раскрытие лучших качеств в человеке, сострадание, чистоты, вселенской любви и равновесие ума. Последние 3 дня возносят молитвы Сарасвати, богине мудрости. 10-й же день знаменует победу над силами зла. Торжества проходят по всей стране. Праздник отмечают не только храмовым поклонением, постом и молитвами, но и иллюминациями, танцами и музыкой. Туристы, которым довелось наблюдать за шоу во время Наваратри, говорят, что это яркое и впечатляющее зрелище. В центре Токио открывается музей картин и скульптур 88-летней японской королевы авангарда Яои Кусамы. Она и сегодня полна сил и не собирается останавливаться. В ее произведениях присутствуют черты минимализма, сюрреализма, поп-арта и абстрактного экспрессионизма. Художница получила известность как автор работ, где повторяется один и тот же элемент. Еще в самом начале карьеры она начала покрывать стены, холсты, а затем и повседневные предметы рисунком в горошек. Со временем горошина стала своеобразной визитной карточкой Кусамы. Автор любит создавать иллюзию бесконечного пространства. Для этого она использует зеркала, гипнотически притягивающие зрителей. Яои Кусама считается самой дорогой из ныне живущих художниц. В 2008 году ее работа была продана на Кристис более чем за 7 миллионов долларов. Сначала это выглядит как обычное офисное утро. Девушка приходит на работу, подходит к столу, но вместо того, чтобы включить компьютер, разбирает его и готовит на процессоре блинчики. В кулере она варит суп, с помощью утюга поджаривает мясо. А еще она может смастерить омлет на горячих щипцах для завивки волос. Ей 23 года, и она известна как мисс Е, мисс Да. Настоящего имени девушки никто не знает. Впервые ее видео появилось в китайском интернете в 2017 году и очень быстро собрало миллионы просмотров. Некоторые пользователи признаются, что готовы смотреть эти ролики все свободное время. Они заставляют смеяться и поднимают настроение. Таких, как героини этого сюжета, называют новым поколением интернет-знаменитостей. Главная их особенность в том, что они производят собственный контент, привлекающий внимание, и транслируют обществу определенные ценности и образ жизни. В Китае капитализация индустрии сетевых селебрити в прошлом году оценивалась более чем 8 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2018 году эта цифра удвоится. —
Автопробег длиной в 15 тысяч километров. Журналисты, писатели, художники и бизнесмены 7 провинций Китая отправились по Великому шелковому пути. Цель столь длинной поездки – наладить отношения и взаимовыгодное сотрудничество со странами, по которым проходит маршрут. Делегация представляет в том числе и Международный союз СМИ Великого шелкового пути. Он был создан несколько месяцев назад в провинции Шэньси, там же, где начинается легендарная торговая дорога. В союз СМИ вошли десятки телекомпаний разных стран, от Италии до Сингапура. Теперь и Большая Азия стала его полноправным участником. Китайская делегация, проехав через Казахстан и Россию, сделала остановку в Москве. Здесь на торжественной встрече соглашение о сотрудничестве подписали генеральный продюсер телеканала «Большая Азия» Сергей Савушкин и глава делегации КНР Ян Вэньмен. Цель проекта – взаимовыгодное сотрудничество между телекомпаниями и журналистами, обмен информацией, обсуждение важных международных вопросов и укрепление связей между странами. Все это стало возможным в рамках Союза СМИ «Шелкового пути». Точно будет интересно, потому что это глобальный проект и подписываются под него ведущие страны. И от России, собственно, наш телеканал подписал на вхождение в этот проект. За этим последуют красивые фильмы, фестивали, какие-то шоу, которые будут создаваться как в России, так и в странах движения этого шелкового пути. Очень рады, что у нас есть такая возможность сотрудничать с телеканалом «Большая Азия». Мы надеемся обмениваться видеоматериалами о жизни России и Китая. Великое путешествие продолжается. Китайская делегация покинула Москву и в ближайшее время посетит еще несколько стран. Финальной точкой маршрута станет Будапешт. Алиса Климонтович, Андрей Дранников, Эллингер. Новости Большой Азии.